Пообщаться с Александром Добрым и Сулейманом Великолепным, сфотографироваться с Пушкиным и Потемкиным, оказывается, не проблема. Улица Дворянская на день превратилась в место, где можно путешествовать в истории и не только. Я, Александр Добрый, правитель княжества Молдавского, взираю на сию красоту и спешу поздравить вас с этим прекрасным праздником Днем Города, чтобы у каждого из вас был каждый день такой же солнечный, яркий, чтобы у каждого из вас было в жизни много радости, счастья, добра и веселья. С праздником вас, дорогие бендерчане!